Всем привет! Сегодня мы снимаем покемонов! Покемон! Это у нас третья часть покемонов. Так, вот у нас подготовленная табличка покемонов следующих. Все с именами. Начнем с самого первого до самого последнего. Лесной. Так, лесной. Это у нас Анорит. Я подбирала эти имена, эти картинки, вот долго. Искала, да, долго по разным сайтам. И уж извините, если вдруг какие-то имена, как вы посчитаете, неправильно, то тут мы уже не виноваты, да, как имена на сайтах были указаны, так мы и говорим. Вот такой вот у нас сценарий. Прикольная букашка. Угу. И начнем с его стороны. Так, это у нас Врумпл. Странненький какой-то. Ну, да какая-то гусеничка такая интересная. С шипами на голове. Да. Я вырос. Так. Вот он, вот такой цветочек. Это у нас Глум. Вот он, Глумник. Тут у него еще слюна течет. Потому что он Володя. А, да? Ясно. Давай следующего. Так. Вроде вот такие как раз, ну как бы из лесных. Смотрите на его страшную форму. Так, сейчас подожди, вначале я это покажу. Это у нас Ролтс. Я перед тем, какой у него платьюшко. Шляпочка. Хвостик, шляпочка, это ушки, не знаю что. Ушки. Ушки, ну только как-то странно, да. Здесь рот, а ушки вот так вот. Видите? Да, это следующая, да? Третья форма, самая последняя. Видите, как у нее страшная. Да. Платье. Ну смотрите на ее глаза. Капец страшная, скажите. Так, вот глаз. Кто думает, видно, что она страшная, поставьте лайк. Так, как ее зовут? Сейчас, подожди, это Гардевуар. 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 Так, давай следующий. Так. И как работают ящерицы? Ящерица это Гравиль или Гровиль. Гровиль или Гравиль? Самая последняя версия. Mm-hmm. Если какой-то камень активировать, тогда он круче. Сильнее. Так, Гровиль. А-а-а, цветочка. Цветочек. Ну, по имени Флауди. Нет, это не Флауди. Так, вот такой вот цветочек. Зовут его Беллосом. Или Беллосом. Странненько. Такая вот девочка. Дальше. Уа! А, это Зигзагун. А, да, его знаю имя. Зигзагун. Угу, ну, у него вот шерстка так зигзагами. Подожди, то ли это енот, это, по-моему, енот такой. Вот смотри. О, я его знаю, я его в одной серии видел. Когда, ну как бы, когда какой-то драконьер, ну как бы, ловил ядовитых покемонов. Ну и после этого у него вот такой покемон. Давай, ну, я его поищу. Ну и... Он смог победить команду Е вместе с... Ну, как бы, тренером. И Эш Кетчу смог его победить. Это у нас Тиранитар. А! Его имя еще связано. Вы знаете видеоблогера Тиранита? Так, вот. Именно почему на в чате есть обзорки. От видеоблогера создатель мультик. Так, Тиранитар. Ну, сделал Тиранитар. Давай дальше. Время. Мия покемона. А, Райкваза или Райкваза. Ну, вот такая вот змейка у нас. Окей, теперь мы переходим к водяной покемона. А это какие были лесные? Да. Угу. А какие еще дни? Это какая-то вот... Среди форме это утка с сомбреро. Да, эту утку с сомбреро мы показывали в прошлой серии, просто мы не знали ее название.
А здесь я ее нашла. Это у нас Люди Коло. Реально, он что, из Мексики приехал? Ну да, мексиканская сопрера. Люди Коло. Или Люди Коло. Люди Коло. Люди Коло? Да. Похоже на отсылку, ну как бы люди и кола. Вообще реально отсылка. Давай. Водяной дальше. Какой-то чувак. Так, и этого водяного чувака, как Ярослав сказал. О, бой, это так, как раз... А, это... Подожди, смотри, вот это последняя форма, вот это предпоследняя форма. Да, так, это у нас Райдон. Райдон, да, это две формы, я так и поняла. Вот это и это. Да, так, Райдон. Это у нас Райдон, а вот это... Сайдак. Нида Квин, нет. На Сайдак похоже. Ну, так, блин. Давай. Иди на сцену, мир покемон. Блистай на сцене. Так, вот такой вот красивый покемон. И учим. Мика покемона. Так, да, вот такой вот очень... Крутой. Крутой или странный. Дай я его так почитать. А, вот он, Диалга, да? Или Диалга. Диалга. Диалога. Дальше. Азумари. Или Азумари. Да, у него я видела какая-то первоначальная форма, там без пятнышек. А и тоже... ну как бы он весь кругленький. Угу. У него зигзаг, какой-то кружок. Да, но это уже следующая форма. Это последняя. Последняя? Так. Да, вот этого покемончика мы уже... Люджия! Люджия! Люджия, да, мы его показывали, просто нашла имя. Вот, Люджия. Вот такой вот дракончик красивый. Угу, водяной птичек. Водяной? А у него, смотрите, сердечко на птичке. Yeah. Есть! О, это ссылка к Undertale! Выигрывал. Так. Кири, камера. Собака у нас улетела. Так, Гроулит. Такая вот собачка. Здесь. Такая очень популярная достаточно, по-моему. Кстати, ты знаешь, я одного знаю, я двух знаю, имя покемона. Да, каких? Так, Зангус, да? Зангус, кстати, мы как раз таки видели серию. Это кота... Кто? Кот с кем? Кот и дикобраз. Нет, по-моему, не дикобраз. То ли барсук, то да, ли... Да, да, барсук. Что-то кот такое. Барсук. Да, да, да. И мы как раз смотрели серию, что он с каким-то покемоном постоянно сталкивался, да? Притягивался. А вот этим, он наполовину злый. Кстати, они с рождения заклятый был. Да, 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 да. Вот такой вот замок. Так, вот это вас... Так. Показывали мы, не показывали. Его на английском зовут. А, давай я прочитаю. Так, это у нас... А, вот он, Блазикен. Блазикен? Да. Тут только один, по-моему, на английском. Да. Два. Блазикен. Правильно это читал? Да. Вот. Так. Просто некоторые картинки еще такие, что нужно догадываться, та ли это фигурка или не та. Так, Блазикен. Давай, мяу, вот он мяу. Давай я его покажу. Нет, надо. Почему? Это Мью. Мью? Его вторая форма. Самая сильная это вторая форма с более-менее. Там третья полная фигурка. Это значит... Все наоборот. Мяу-мяу. Кто это? Мью. А, Мью. Мяу сама сильная. Перепутала. Есть. Так, вот он мяу. Вид прикольный такой на попе. Отдыхает. Вигоро. Вигоро. Так, вот такой вот непонятный. Какой-то фигней на голове. Красный. Это его волос. Это волосы его? Да. Смотри, намордник. Ой, намордник? Давай. Гляну я.
Как он выглядит на картинке? Так. А, вот он, да, Егору. Ну да. Ой. Он сказал, это его волосы. Значит, это его волосы. Егору. Дальше. Его имя на английском. Так, английское имя. Это, по-моему, сова с кем-то. Так, сейчас подожди, я не нашла ее. Делибет. Делибет. Сова птица. Угу. Да, у него и хвост. Хвост у него еще такой длинный. Не совиный совсем. Так, Делибет. Бравиарий, да? Бравиарий. Вот. Ну, похож на орла или что-то орлиное. Давай. Свиллоу. Одна С, одна В, одна И, две В, одна О, одна А, У. Кстати, да это же ласточка, смотрите. Смотри, как он... На его больше всегда зовут Красный Пиджи. Да? Да. Потому что он очень дикий. Давай дальше. Зерварк. Так, Делькати. А, по-моему, кстати, Делькати, это же, по-моему, какая-то форма Иви. Если я не ошибаюсь. Вот он. Сиблай, да? Подожди, вроде в одной из эволюций он с кристаллом. Ну да, он видно, что он какой-то кристаллный. С каким-то кристаллом большеньким. Он с каким-то... Или красным изумрудом, или с порохом. Американским, короче, кристаллом. Так, кстати, там ты вот хорошо покажи мне картинку. У нас... их два, то есть это понятно, что какая-то эволюция чего-то. Но я нашла имя только одной из них. Так, вот такие вот фигурки, по-моему, вот это. Так, вот он, вот этот вот Апсол. А вот этого Аблармана. И потом же это братка. Так, а вот этого мы имя не знаем. Это же его брат в конце концов. Ну, брат, да, но у них он разные имена. У некоторых бывает, что концовка как бы похожая, а у некоторых абсолютно разные имена. Давай. Независимо от того, что там эволюция или не эволюция. Так. Давай. Нифигей. Как? Нифигей. Райкоу. А, Райкоу. Электро легендарный покемон 6-го поколения. Точнее, 1-го поколения. Никого там. Точно среди его поколения. Ну, смешной, конечно, вообще. Подожди. Такая звезда вместо носа. Реджига. Споинг. Споинг. Такая крышечка. Вот. Шариком на голове. Лирон, да? Ага. Ну такой вот динозаврик. Каменный. Тут два осталось. Это Ноу Спас, я знаю. Блин, что ты сказала? Я его уже... Я его и в сериях каких-то видела. Где? Не знаю, в каких-то сериях покемонов я его видела. Ноу Спас, да. Ноу Спас, не знаю. Он какой он, каменный же, да? Такой граненый. Да. Он камни кидает. А, он даже камни кидает? Ты любишь камни? Нет, я не люблю. Я люблю камни. Да? Не камни. Давай. Так. Это... Он покинул. Не серий. Маскирейн. Вот такая вот штучка. Железный покемон. Это железный покемон? Да. Он один раз от потопа всех спас. Да?
Потом прикольно. Все, здесь у нас 36 покемонов. У нас еще штук 30, наверное, осталось. Реально? Да. В следующей части мы их уже наконец-то покажем. Все, мы никак не можем закончить с этими покемонами. Покемонами. Столько их. Много у нас, что мы никак с ними разобраться. Подписывайтесь на наш канал Лиза и Ярик. Всем пока-пока. Да, всем пока-пока.